Всем здорово, народ! Ну что, собираемся на рыбалочку. В общем, едем на 3 дня, едем на Брославские озера. Первое озеро у нас будет Снуды, а дальше там посмотрим, как пойдет. В общем, в планах хорошо отдохнуть, лодка, палатка, все дела. В общем, загружу весь гараж и поедем. Что я хотел сказать? Значит, ребят, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Когда наберем 50 тысяч подписок, 50 тысяч человек, разыграем спиннинг среди подписчиков. Спиннинг от Гада, Гадфайр в ростовке 228, тестом 5.25, от Пантон 21. Хороший спиннинг, универсальный. Так что, ребят, подписывайтесь и начинаем. В общем, приехал на Брославские озера. Выбрал для ловли озера Снуды. Честно, точно не знаю, Снуды или Снуды. Как правильно? Снуды, наверное. Вот, в общем, нашел здесь классный подъезд, подход. В общем, какая идея? О, шипит чего-то. Я тебя не трогаю. Чего ты шипишь? В общем, какая идея? Какой план? Сейчас спускаем лодку, берем с собой фидерок, кружки у меня с собой есть, спиннинг, поплавочка. И, ребят, плывем вот на тот остров, где деревья. Там я посмотрел по карте. С одной стороны близко подходит глубина. Там, в принципе, можно будет докинуть до 4-5 метров глубины без проблем. Вот. Так что, пока не начался дождь, будем распаковываться. Значит, у меня будет 3 дня рыбалки. Я думаю, что они будут интересны. Вон туда, ребята, будем плыть. С левой стороны от острова. Получается, вот один камышовый остров, и с правой стороны чуть дальше есть остров, где есть деревья. На карте Google вроде бы как там есть прогальчики, плохо видно, где можно будет остановиться. Вот этот вот остров, и половить на фидерок. Посмотрим, может, кружки поставлю тоже. Что, наконец-то выплыл. У меня было ровно 8 ходок. Капец вещей, конечно. Представляете, как я тут сижу? И сзади все до верха вон завалено. Что, поплыли? Да, вон то вот. Вон туда нам. Там за углом мужик какой-то тоже на лодке. Где-то тут. За углом. Так, ладно, поплыли. Слушайте, такая прозрачность воды, просто капец. Доброе утро. В общем, ребят, у меня уже 2-й водоем.
С треском провалилась моя идея на Брасловских озерах половить с острова. В общем, я плыл три острова на озере Снуды и не нашел просто подхода. Вот, там был один прогальчик, но все было в бобриных ямах, там трава по голову, то есть, ну, вообще нереально просто было. Поэтому вот первое озеро, которое сейчас решил попробовать, это озеро Ельно. Клюет мелкая густерка на фидерок. Вот. Ну, в принципе, я тут посидел 2 часа по ночи, пошел спать. Сейчас уже 9 утра, проснулся, вот варю себе кашу. Надо нормально перекусить, хорошо позавтракать. И думаю поехать, знаете куда? Поехать на торфоразработку, которая возле Браслова. Зимой у нас неплохо ловилась щучка. И местные говорили, что есть крупный карась, хорошая щука, красноперка такая, грамм по 400, по 500. Вот, идея какая. В общем, переехать сейчас. Сейчас я покушаю, соберусь по-быстрому. Тут, в принципе, собирать особо нечего. За полчаса соберусь. И первым делом наловим живца, поставим кружки, половим на кружки, на спиннинг. Я думаю, будет интересно. Что, ребят, какие нафиг карты? Смотрите, какая красота. Какие торфяники. На торфяники поездим возле Минска где-нибудь поближе. Так, приехали, значит, на перешеек. Здесь есть нормальная глубина до 4 метров. Можно будет докинуть без проблем. Значит, озеро Войса тут вот соединяется этим перешейком с озером Неспиш. Обалденно! То есть тут вот 30 метров, и можно будет половить и на Неспише, и на Войсе. Обалденно! Сейчас, короче, места посмотрим. Слушайте, там вот такие места под кружочки. Ну просто как вот, просто как надо их там поставить. А? Но классное место. Обалдеть, обалдеть. Класс. В общем, сейчас буду надувать лодку. Фидер, потом прощупаю дно, потом ближе к вечеру. Надо наловить живчика, поставить кружочки и подловить щучку. Пойду раскладываться. Сейчас прикормим возле лилий. Глубина большая, прямо возле берега, 3 метра, наверное. Попробуем кого-нибудь словить на живчика. Вода прозрачная, просто вот я на середине плыл, там 4 метра. Дно видно просто кристально вообще. Ну что, ребята, живчику быть. Вот такая плотвичка. Нормально, чуть-чуть бы покрупнее. Но на живчика пойдет. Так, я с собой взял садок маленький. О! Ну, сейчас подловим живчика и поставим на щучку.
Сама тоже вес. Сама-то. Ребят, что-то совсем не живчик начал клевать. Какая плоточка. Хорошая. Мясистая. Но нам такие не нужны. Ловил живчика, поставил 5 кружков. Здесь, конечно, с правилами на этих озерах очень строго. Если 5 написано, значит 5 нужно ставить. Потому что штрафы огромные просто. Вон кружочки. И один тут еще стоит. Вот здесь вот. Поплыл я на берег. В общем, сейчас буду готовить обед. Планирую сегодня пообедать макарошками по-флотски. Вот, купил говядины. Кто-то там фырчит. Купил говядины банку. Кто это так делает? Вот, сделаю с макарошками. Будем ждать работочку. Класс. Ребят, сейчас покушаю. Пойду проверю кружки. У меня с берега видны только 3. Да, где там они? Где там они? Где там они? Оп. Вот это крайний. И там еще сбоку 4. Деревья там заслоняют. Как-то так. Вечером нужно щучку подловить. Я думаю, час вот сколько? 2:30. Значит, проверю кружки. Покушаю, проверю кружки. Замариную шашлык. Да, у меня есть мясо, 200 кило. Лучок уже подготовил. Красный. Будем мариновать. Обычный маринад, в принципе, как всегда я делаю. Обычно делаю. Много лука, перец и соль. Все. В общем, хорошо лук отожму, чтобы дал сок. Замариную, потому что боюсь, жара стоит, еще мясо испортится. Вот, и надо сегодня будет еще вечером поплавать, потому что здесь присутствует камыш. Я думаю, что стоит возле него пройтись со спиннингом, проверить. О, видите, какие вдоль камышика лилии, песня.
что, ребята, уже вечер. Решил выплыть, попробовать на спиннинг половить. Приехали. Приехала компания еще одна. Сказали, что вот на эту резину здесь нормально клюет. Посмотрим. Дали мне две резинки. Попробую сначала вот на резину, потом попробую на вертушке еще. Будем пробовать. Сказали, что вот в этом закутке за прошлом году словили хорошую щуку на эту резину. За прошлый год. Так, значит, на кружки еще не было сработок. Но я думаю, под вечер что-нибудь стрельнет. Должно. Так, сейчас прижмусь к той стороне, потому что тут сильно задувает. Есть, ребята. Я ее все-таки взял. Есть, ребята, щучка. О, вторая поклевка. Есть щупарик, ё-моё. Песня. Ну что, поплаваем еще, да? Так, кукана нет, блин. Сейчас что-нибудь буду придумывать. Ребят, есть работочка, вон вижу. Видите, кругляшок? Так. Что там у нас дальше? Одна сработка есть, сейчас проверим. Что, сейчас будем проверять. Первая сработка. Часов за 7, наверное. Жарко сильно. Две поклевки щуки было. Но я проплавал тут часа, наверное, 3-3,5. Получил две поклевки. Так, ну что, будем проверять. А, по-моему, то ли не размотала, то ли вся размотка. Сейчас посмотрим. Леску вижу. Сработка была, затянула, блин, хорошо подёрла, вот. Раздёрла тут, за голову схватила. Ну вот, как-то так. Травы еще тут. Посмотрим, может, завтра с утра переставлю на утро. Тут уже начался ураган. Хотя не передавали. Там чернота такая движется сюда. Скорее всего, будет с грозой. Собакиренко мне пришел.
Я ему немного дал макарошек по-флотски. Так он там с травы выбирает. Положил на крышку, а он так ел, что все раскидал. О, ну так нормально. Ну две у этой меньше, а с той стороны две больше. Вот. Ну вон там киложка 100% есть одна. Есть одна больше, чем. Да, больше. Да. И все на эту резину? Да. Вон она садится. Хвосту он откусывал, Мору. Юру уже одевал. Кажу, одевай хвосты, подкусывали на дны без хвостов. Угу. Далеко плавали? Ну да, настоящему. Ну плевать, только ветром стало. Угу. Вообще, привет, сейчас будет гроза. Уже все-все черное тут вокруг. Соседи словили 4 щучки. Одну щуку отпустили. Ну, щука такая. Чуть до кило. 800-900. Киложка есть. Ну, есть чуть больше килограмма одна. Так. Заберу с лодки портфель. А то сейчас зальет тут все. Так. С утра обязательно поплаваем. Пойду немного дреману. Все равно сейчас дождь пойдет. У меня две поклевки было в одном месте. Вот, по правую сторону здесь. У нас тоже две на одном, и мы взяли. Потом метров через 10 отошли немножко. Еще одна. Ага. Ну вот если да, одну словил, надо хорошенько эту точку обмаслать. Че, завтра будет реванш? Ну у меня так точно. Ну я не знаю, что будет с этим, с небесной канцелярией. Ну вроде не обещали. Ну если такой ветер, я не пойду. Да нет, ветер. Не, к ночи успокоится сейчас. Видишь, ветер уже успокаивается. Обычно ночью тихо. Но... И до часов 8, до 8 до 9 утра. На севере ночью поднялся в часов 4 утра. Угу. Утры даже, Юра. Помнишь, как забарабанили шишки по крыше? Ух. Пришел тут за средством, у меня там комары заедают. Смотрите, какой тут гость пришел. Давай, уходи. Давай, давай, давай. Доброе утро. Какой-то уже третий день. Ребят, в общем, меня не хватило вчера на фидер еще вечером. За эти два дня так вымучился. Ой, в общем, устал сильно. Пожарил шашлык. Посидели вот немного там, покушали. И до 5 утра. Поставил на 4 будильник. Думал, где-то в 5, к 5 уже выплывать. В 5 только переносил будильник, потому что вообще не мог даже... Не мог глаза продрать. Вот. В общем, сегодня с утра присутствует небольшая, так сказать, рябь на воде. Но на самом деле это хорошо. Ну как рябь, ветерок такой. Не сильный, терпимо. Так что поплывем, щучку попробуем словить. Моторы загудели на воде. Плывем сначала к месту, где у меня было две поклевки. Вот получается вот этот вот угол и следующий угол. Вот следующий угол, там идет выход с так называемой косы. То есть там плавный переход в глубину в левую сторону.
И по левой стороне там мелко уже. Вот, то есть посередине можно поплавать и по правой стороне. Потому что слева там травы просто кошмар. Там метр тянешь, 3 килограмма травы. Вот, так что выплываем. Поддул баллоны чуть-чуть. Потому что за ночь температура резко очень упала. И баллоны уже мягкие вообще стали. Так. Буду, ребят, сразу начинать, знаете, с чего? Вот что у меня вчера сработало. Вот такая вот рыбеха. О, видите, какая уже погрызенная. Хорошие подачи были. Вон, видите, как? О! От зубов. А первая ударила в голову. О, какая подача. Порез какой. Так, все, я выплываю. Увидимся на водоеме. Так, что-то у меня вчера я одну поклевку не реализовал. Ну, вроде крючок такой. Терпимо. Щука, в принципе, у нее пасть мягкая. Это судака нужно пробивать. А щука... Главное, чтобы попало на крючок. Тем более, я думаю, под эту рыбку само то размер. О, как ты растормошила, блин, вчера. Нормально. Погнали. Ай, как играет. Буду пробовать разные проводки. В принципе, как и вчера. Ждем, пока упадет. О, глубина тут нормальная, конечно. Вот вчера два удара вечером. Но это мало, в принципе. Половил нормально. Больше поплавал тут. Одна поклевка была вот на такое покачивание, то есть медленно кручу и покачиваю. Одна была первая на равномерку вообще. То есть упала на дно и медленно-медленно тянул. Иногда давал как джиги упасть второй раз. Что, ребят, в общем, проплавал я почти 4 часа, ни одной поклевки, причем вот с кем разговаривал, вообще по нулям. Сейчас похолодало сильно, очень поменялся ветер на северный, собственно, вообще и рыба не гуляет, и видно, что в камыше даже красноперка не ходит. Но, так что, ну, такая вот рыбалка получилась, такие тоже рыбалки бывают. В общем, я сделал все, что мог. Зато отдохнул суперски просто. Все, ребят, будем прощаться. Хотел сказать, кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем пока.